Да. Ну, вот такой танец достаточно однообразный какой-то, не знаю. Ну, один раз можно посмотреть, а уже как-то. Говорит, я снимала, у меня есть года 3 назад. Вообще практически никто не смотрит это. Не знаю, понравится вам, нет. А сейчас просто улицу вам покажу. Просто улица. Как раз мне вот отсюда до моей работы совсем недалеко. 10 минут. Еще надо посмотреть, сколько времени сейчас. Мне, кстати, тоже такую же косынку подарили, такую же. А вот для, видите, для невесты вот так танцевать. Вот они, эти платья. Красивое вот это платье. И там такие черевички красивые. А вот. Ой, наши тети с надутыми губами. Мама дорогая. Наших боюсь снимать. Меня как-то спрашивали, а тебе вроде не делают замечания, что ты, ну, снимаешь людей. Только наши делают, вообще никто. А остальные всем как-то пофигу. Да тут все ходят, блин, все снимают. Так, как же мне так пройти, чтобы сократить дорогу? Еще надо мне посмотреть, сколько сейчас времени. По телефону-то не могу посмотреть, потому что снимаю. Вот кто выступает, это чернокожие выступают. Против, когда их снимаешь. И наши. А остальным всем пофигу. Хоть что снимай. А вон. Видите, хозяйка похожа. Ой, блин, так тетя на хозяйку была похожа. Ну, в общем, знаете, как мы им на одно лицо. Как они все время говорят, ай да вы, говорит, все на одно лицо. Так и мне эти все каталанцы иногда на одно лицо кажутся. Ой, заходила я в этот магазин. Там какие-то очень странные платья. И все тоже синтетика. Просто невероятно. Люди все вот и сейчас все из пластика. И ты ходишь. Из хлопка так тяжело что-то найти. Так, вот здесь я пойду, и здесь можно будет сократить. Вот вроде издалека смотришь, кажется, что оно должно быть это из хлопка. А подходишь, все равно это вот какая-то синтетика. А вот тут, смотрите, виртуальная. Виртуальная вот тут. Можно так играться. Но я и не люблю. Я вообще никакие игры не люблю. Какая-то ненормальная. Вообще играть не люблю. И так вот это прыгать вот так. Фу. Это, кстати, русские наши открыли это. Как русская. Так, надо мне это обратно сделать. Видите, никто ничего не прячется, нет. Руками не машет. Тут пойду. Ну, тут снимать нечего, не буду тратить батарею. Вот оно, видите, так. Либо ты, значит, ходишь в праздники, смотришь со всеми отдыхающими, либо ты работаешь. Вот так. Ну так вот, ладно. Ну хоть чуть-чуть посмотрела, и ладно. Это благодаря моей хозяйке сегодня. Я это увидела. Я почему-то расписание вообще не так посмотрела. Думала, что этот праздник будет в четверг. Так радовалась. Думала, в четверг-то мне вечером не надо на работу. Но мне никогда не везет. Никогда. И мне хозяйка сегодня говорит, не пропусти это наш, типа, такой, ну, они гордятся. Это у нас феста Санта Кристина, и вот это самая такая у них, как бы, любят они такой праздник их каталанский. Вот, и... Кстати, да, на телефон единственное, что да, стабилизатора нет. Стабилизатор это надо в интернете заказать, такая штука. В общем, как бы туда телефон вставляешь. И вот да, когда видео я снимаю на камеру,
то да, там есть стабилизатор, и он как-то не так трясется. А когда с телефона вот так идешь с телефоном, вот получается, что трясется. Так что надо вот такую стабилизатор купить. Ну, цвет, да, нормальный, мне нравится. Не, я не знаю, как у вас пока показывает. Но у меня в телефоне все очень красиво. Вон тут экскурсии. Да, в общем, здесь экскурсии на русском языке, так что спрашиваю, сколько во Францию ехать. Ну, так кто по-разному говорит, кто 250, 280, не знаю. Надо ходить. Спрашивать. Да, во Франции там, значит, отель заказывают, ну, на 2 дня. Ночь там переночуете, в общем. Не люблю я так ездить галопом по Европам. Везде все беготня. Ой. А что, я не люблю такое, не знаю. Не любитель. Я понимаю, что люди, ну, как бы заплатили деньги, они хотят побольше всего посмотреть. Но мне так, я так в Монако, так Лёша нас как погнал, ну как он привык. Мне потом вообще никакого Монако уже не надо было, ничего, я вечером легла, в ноги протянула. Не хочу, говорю, больше ничего такого. Нет, я хочу, знаете, как приехать, ну, в одну страну, как-то в одно место. Ну, хотя бы дня на 3. И походить так спокойно. Ну, это беготня мне, не, я не могу. Мне такое не нравится. Вот, смотрите, это здесь монастырь. Видите, и все бездомных кошек, они вот здесь, вот видите, как кормят. Вот. О, сколько там мурашей, мама дорогая. В общем, видите, сколько корма. Вот водичка стоит. Вон там кошаки есть. Там, в общем, тут их было много, но они это испугались. Смотрите, вон там кот. У него ухо вообще ободранное. Но они дерутся, видите, это... Нет, их, конечно, знаете, кормят, все нормально. Здесь, во-первых, в Люрейте никогда не бывает холодно. Ну, то есть они, ну, может, они там... И они еще все вместе лежат, и они им тут коробки ставят зимой. Они в коробках спят. И то, что мне это Вика сказала, что как бы этих вот тех кошек... Так они тоже те кошки сюда прибегают. Вы что, думаете, они не знают, что ли, где их кормят? Они все знают. И они сюда прибегают. Просто там, видимо, на стройке их тоже кормили. А что, раз стройки сейчас нету, да? Смотрите, какие цветочки. Вот. И вот, на стройке их там кормили. А сейчас не кормят, так они, скорее всего, сюда перебегут. А вы говорите, их отдавать в кошачий приют. И представьте, их там засунут в клетку, и они будут в клетке сидеть. Ну, я не знаю, что лучше. Что, по-вашему, лучше, что они вот так... Ну, опять же, они, конечно, тут болезни всякие подхватывают. Не знаю, что лучше. Но опять тоже, что кот в клетке сидит как-то тоже. Это не больно. Ну, что, больно, думаете, классно, что ли, это сидеть там в клетке? Вон, видите, там... Вот единственное, что вот они, конечно, вот больные, да, они больные. У него глаз, он поврежден. Царапнул, видимо, кто-то. Вон там кошак тоже лежит. Не знаю, что лучше, чтобы они в клетке сидели, или чтобы они здесь жили, но зато на свободе. У них тут какая-то жизнь своя. Не знаю. Конечно, самое лучшее, чтобы не бросали животных на улицу. Но ведь люди вот ведь какие. Еще вот вам хочу сказать, что там кто-то написал мне, что вот типа Мусю взяла, одни проблемы себе.
с этой эмульсией. Ну вы вот представьте. Ну вы вот представьте, вот она там 3 дня орала. Никому до нее дела не было. Вот. И когда я ее взяла, все соседки сказали: ой, слава богу, что ты ее взяла. А то она так орала, спать нам не давала. Ну, вот, ну и не знаю. И, ну не знаю как. Ну ладно, что теперь, потрачу деньги. Еще заработаю, еще. Для того и работаем, чтобы деньги тратить. Как-то я так. Уж не такие страшные тоже это деньги. Главное, чтобы Васе это было, ну, неплохо. Я больше-то переживаю, чтобы ему, ну, не навредить. Так-то, ну, как-то, я не знаю. Я не знаю, как лучше. Понимаете, он сейчас мучается, страдает. А так он успокоится и будет дальше жить. Как вы думаете? Пишите мне. Пишите свои мнения.